Здравствуйте! Сегодня мы снова в магазине Миргаза, и к нам наконец-таки приехал котел Lemax Prime после рестайлинга. И мы посмотрим, что же в нем изменилось. Внешне котел не изменился, кроме эмблемы Lemax, которая стала черной. Гидравлические подключения остались прежними, отсутствует механический манометр в данной части. В верхней части котла практически без изменений. По-прежнему, чтобы снять лицевую панель котла, нужно открутить дымоход. Появились лючки для подключения раздельной системы дымоудаления. А сейчас мы снимем лицевую крышку котла и посмотрим, что изменилось внутри. Внутри котел практически не претерпел никаких изменений. Кроме датчика давления воды, он же электронный манометр. Будем надеяться, что компания Lemax будет все больше и больше вносить изменений, которые будут направлены на повышение качества и надежности оборудования. Ну и на этом все. Всем спасибо. До свидания. Не забываем ставить классы, слушать хорошую музыку и делать репосты.